Их называют крылатой пехотой, зная, для служащих в ВДВ нет ничего невозможного ни в воздухе, ни на суше. В честь Дня воздушно-десантных войск на сцене Дома юного техника «Интеграл» в Химках праздничный концерт. Звучат военные стихи, проза и, конечно, песни. Дети всей земли, если в ваших снах мир наш изменить смогли. Концерт прошел в рамках проекта «Герои Химок». Поздравить защитников с Днем ВДВ пришли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Артур Каримов, Юлия Мамай и Юлия Ишкова. Очень хочется, чтобы молодое поколение, которое здесь в достаточном количестве присутствует, действительно чтило память и знало о том, что Россия – великая страна. У нас есть очень много героев. О героях нашего городского округа можно узнать на сайте виртуального музея «Химки. 1941-1945. Все для фронта, все для победы». Проект создан для того, чтобы память о подвиге наших предков, которые ценой своей жизни отвоевали для страны мирное небо, сохранилась даже спустя десятилетия. Хотел бы выразить огромную благодарность за то, что вы помните о наших героях, героях нашего города. Это большая честь для нас постоянно с лидерами общественного движения социально значимых инициатив собирать информацию и увековечивать их на нашем сайте «Все для фронта, все для победы». Для гостей праздника выступили воспитанники Дома культуры «Родина», а также ученики школы искусств. Очень интересный, очень проникновенные, искренние выступления ребят. Всем присутствующим понравилось. Я рекомендую, если вы где-то видите анонсы выступления гид-бригады, приходите, это всегда бесплатно, это всегда на открытых площадках. Мы вас ждем в рамках проекта «Герои Химок». Концерты в рамках программы «Герои Химок» проводят в парках, скверах и даже во дворах многоквартирных домов, чтобы каждый желающий мог насладиться искусством и не забывал о великой истории своей страны.